Кто сидит? Юра и Дэнни. Юра и Дэнни. Ой. Понятно, блядь. Блин. Все, нахуй. Вертолетчик, блядь. Минус, Женя, нахуй. Минус, вертушка. Пиздец. Да, я поставил. Все машины включены, правильно? Блядь. Что за зыр? Пиздец. Ну еще. Женя, я пятку поставил. Да, я на гранате подорвался, подождите. Моя школа. Да-да-да, я только хотел сказать. А кто это взорвался? Кто такой умный? Дэнни. Бывает, блядь. Первый раз, пацаны. Есть попадание, сгорело! На метку противника. Ранен, убит. Арес, вижу перевернутую машину. Где? Где? 220. Наша пустынная, рядом с ней люди. О! Вот это серьезные игры! Поймаю! Что, вы будете подъезжать? Поймаю! Сейчас они туда вообще заехали? И были вот там, вот, короче, видишь, вот там. Были и лежали на вышку. Потом оттуда и переместились вот туда, блядь. Вот так полетали полетом. Там потом... полежать решили. Еще одна попытка, и они уже здесь. Я загнался и подумал, ох, как охуенно мы быстро едем. А потом вот примерно, вот сейчас я покажу, как это примерно. Вот такой камушек, вот видишь, я подвигаю. Да-да-да, присаживаемся. Занимаем место, места в учительном зале. Контент. Опа, получилось. Еще раз. Кажется, кому-то пизда. О, сать, нахуй. Сука, ну чё ж ты, блядь, не перевернулся? Запишите вот это название там. И мне кажется, уёб. О, его уже. Слушай, видишь. Ну, блядь. Ну, бля, вот смотри. Доктор! Пизда, пошли пиздить базуку. Это, видимо, базуку. Того бойца, кто откинулся. Еще одного, блядь! Так, нет, я чувствую, экипажа танка скоро не останется. О! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Сука, стань ровно! Нюхай бебру, блядь! Як, слышишь, он как бутерброд с маслом. Лично, сука, на масло. А вон минус 2, смотри, его. Ёп-ёп-ёп, что там, что там? И... Всё, пизду, бля. Собираемся, поехали, мужики.